Бывший временно исполняющий обязанности примэра столицы Руслан Кудрян учреждает политическую партию. В настоящее время создается инициативная группа, чтобы приступить к процессу формирования политсилы. «Мы начнем прием заявок из 100 тысяч людей, которые к нам присоединятся. Мы вместе определим политическое движение, название, логотипы и все процедуры, которые необходимо выполнить», – сказал Руслан Кудряну. По его словам, новая партия будет ориентирована на людей, без идеологии и доктрин. Что касается названия партии и других организационных деталей, Руслан Кудряну и его команда обнародуют в ближайшее время. «Мы не верим в доктрины и идеологии, мы верим в человека и в силу людей. Сегодня мы не видим себя в составе существующих политформирований, мы начали движение за всех людей», – заявил Кудряну. Напомним, Руслан Кудряну занимал должность временно исполняющего обязанности примэра столицы, от которой был освобожден 14 июля 2019 года голосами 36 членов Совета от Либеральной партии ПСРМ, нашей партии, члена Европейской народной партии и четырех независимых советников.